Даже вот это, ты говоришь, мелочь, а не тебе. Это для какого высокого возраста? А вы какой возраст тренируете? Я тренер вратаря. А, у тебя что? Нет, можно посмотреть любую тренировку, она вот они все есть. То есть это как академия, да? Как интернат, школа. А, ну все. Посмотрите, это вот. У них для фитнеса зал. Бутсы мы сделали. А, вот это. Там в команде будут отличаться. Там уже будут ремонтировать бутсы. Медицинский блок. Да. Также они процедуры там. Процедуры, все. Все не спрашивают. Две переговорные по шее. Они соединяются между собой. Для тренировки, все осуществляем, что-то брать. У меня уже внуки такие. 5 внуков. Сколько лет вам начало? 14 лет. Хорошо, правильно? Маркетинг и работа с социальной массовой информацией. Вы это, специально при нас играете или на самом деле играете? Или вам сказали, играйте сейчас это? Здравствуйте. Что делаете? Читаем. Вот вы видишь, такая вот. И каждый этаж тоже сам. Без бамбука? Да. Тут бамбук не будет. Крошка, резина. Крошка, да. Или вместо резины крошки. Резина. Это очень дорогой. То есть вот этот. Да? А у нас съемный, да? Потом, стандарт. Потом в октябре ставим, и вот он до мая стоит. Стандарт. Очень удобно. Ну, я впечатлен. Даже можно сказать, конечно, такого, честно говоря, не ожидал. Значит, великолепная база, которая строится, сейчас только приехал оттуда. Значит, академия детская, значит, блестящая. Просто я могу сказать, что такой размах. И, конечно, видно, что это делают люди, которые переживают, болеют за это. И мне кажется, что, конечно, потрясающая, так сказать, перспектива ждет футбольный клуб «Кайрат». Потому что, учитывая инфраструктуру, которая выстроена сегодня, я вижу детская академия, я вижу база, которая будет строиться, конечно, ну, наверное, аналогов мало где даже найти в Европе.